Всем привет! Вот у нас прошел месяц, у Вики все пока хорошо, есть небольшие изменения, о которых она расскажет. Во-первых, мне все это очень нравится. Я устаю на занятиях, но потом чувствую себя замечательно. Я не перетренировываюсь. Мне кажется, Сергей делает какую-то такую определенную дозу, которая вот подходит именно мне. И мне это действительно очень нравится. Мне стала велика моя спортивная одежда. Это очень давно я не чувствовала, и это очень приятно. Я не голодаю. У меня очень хороший рацион. Есть один день в неделю, когда я могу есть все, что хочу, но я уже привыкла питаться правильно. Я думаю, что если я продержусь еще так хотя бы месяц, я думаю, уже назад к разнообразным фастфудам и сладостям я уже не вернусь. Сегодня мы тренировали ноги, плечи. У Вики все хорошо получается. Есть небольшие ошибочки при выполнении упражнений на плечике. Но это неизбежно при большом, ну, относительно большом весе. Небольшие нарушения могут быть. Они незначительны и какого-то вреда не принесут. На следующей неделе у нас добавится, вернее, в рацион Вики добавится еще пару упражнений. И начнем потихонечку позвоночнику уделять тоже внимание. Вот это важная составная часть нашего тела, от которого зависит очень много всего. Пока тренер сказал, что мы не будем замеряться, так как скоро придет электронный прибор, который сделает это точнее. Поэтому подождем первых итогов. Я надеюсь, что все будет хорошо.